Это маленькая стремянка. Есть еще выше. А я ее с собой, да, тащу всегда? Это всегда с собой. Это, можно сказать, кейс. Мы начнем с того, что это подтовариться, это подтянуть товар. Поправляем, чтобы вот этих дырочек не было. Мастера спорта можно давать? Ну, полазить, а я, да, так я и похудела таким макаром. Насколько похудела, на 6 килограмм точно. Самое главное, чтобы ценник соответствовал товару. Почему? Человеку востребованный вправе как бы сказать, я хочу именно по 243 рубля, я не хочу по 486 рублей. Он хочет именно настоять на той цене, которую он видит. Он вправе это потребовать. Он вправе. Мы предлагаем Ирине посоревноваться. Наш оператор собрал 2 одинаковые тележки и на время их разобрать. О, похоже. Спасибо. Пожалуйста. Видали, как мы их делаем? Ты его представляешь, где он должен стоять? Все. Well done. Done. Fatality. Люди начнут выкладывать, складывают и не покупают эти вещи. Бесит? Ну, иной раз, конечно, думаешь, тут сразу в себе ищешь недостатки, думаешь, из-за чего и почему. В себе? Да, в себе, то есть в фоне магазина, почему так произошло. Ищешь недостатки, действительно. Тут нужно работать, почему? Потому что мы же за того, чтобы к нам пришли и привели с собой. Возьмете меня на работу? Я возьму, но я вас постажирую еще. Я вижу, что действительно толк с человека есть. Я, конечно, с ним сисюкаюсь. Да, да, да. С вас есть толк. Да? Ой, давно можно посисюкаться.